Друзья, привет! Сегодня у нас очень интересное видео. Мы там вставим вначале небольшие кусочки по машине, как она выглядела до этого и как будет сейчас. Объясню в целом. То есть эта машина к нам пришла клиентская, замена именно установки. То есть хорошее шасси, но уже плохая установка. Поэтому это будет, я думаю, популярно в ближайшее там время какое-то. Если вам это интересно и вы хотите просчитать, что-то посмотреть, звоните. Все номера указаны там у нас в описании. Как бы звоните, вам все посчитаем так же. Смотри, блядь, красота. Что, получается? Вот старое шасси, демонтировано старое оборудование. Как бы шасси сейчас подготавливается, все проверяется, чтобы все было чики-бомбони. Вот новая установка, она уже, в принципе, готова. Она же уже по размеру, как бы осталось чуть-чуть. Очень интересная штука, и по деньгам выходит дешево. А с именно финансовой точки зрения, то есть... В лизинг же нельзя ее пропустить. Тоже можно вопрос решить. Но только если вы позвоните к нам. Горячую линию. Горячая линия. 8 800. ЕМГ 500. После снятия установки, как бы шасси все равно проходит подготовку какую-то, никакую, то есть проверяется полностью состояние шасси, состояние всех узлов, вот этих трубочек всяких разных, то есть чтобы все было вот прям как должно быть. Вы получаете, в принципе, хорошую машину, которую вы знаете, которая у вас в парке, именно само шасси, и на ней новую установку, которая проработает и прослужит очень долго при должном обслуживании. Сам в работе. За относительно малые деньги вы получаете в свой парк практически новую единицу техники и знакомое вам уже шасси. Вы сами прекрасно знаете, как оно будет работать и сколько времени еще отработать. Можно сказать, что мы даем новую жизнь вашей единице техники в парке, меняя вашу устаревшую, уже неэффективную установку на качественное оборудование турецкого производства. Ну что, вообще по красоте было? Может, болгаркой? Ты не презентатор, парень как профессионал. Сейчас мы видим, как электрик в своей среде обитания занимается делом. Не будем его отвлекать, может шабануть. Установили бак для сбора фильтрата из основного кузова. Никогда не было на этом шасси, хоть увидят, как премиальные мусора заживут. Хотя в премиуме тоже не у всех. Комплектация лакшери, элит, эдит, АМГ, ЕМГ. Thank you.
Ну что ж, закончился наш прекрасный проект по новой жизни старого мусоровоза. Сейчас мы вам покажем, расскажем основные плюсы, то, что теперь установлено наше новое прекрасное оборудование. И самое главное, последний, так сказать, пунктик в этом всем. Как вы делаете какой-то, не знаю, там уборку автомобиля. И такой прям, как вишенка на тортике. Пошли. Дома! Последний штрих. Фантастика. Вот сюда, по красоте. Тонкая настройка, так скажем. Смотрите, у нас здесь какие ништячки. Базовые комплектации, между прочим, безо всяких. Пульт включения установки полностью находится здесь. Не здесь какая-то штука, не здесь вам приходится выгонять грузчик еще одного и здесь что-то делать. Все, вот здесь монитор, на котором вы контролируете, что там происходит. Кассета, перемотка тоже здесь есть. На нужный трек. О. Если у вас мусоровозы ЕМГ, не быть с мусором беде. Уе. Смотрите, также хотелось бы внимание обратить. С установками сразу идет вот такая вот вещица. В ней прописано все про установку. Что, как, где. Все детали, все здесь есть. То есть, если у вас что-то с машиной происходит, вы просто заходите, ее листаете, выбираете деталь, которая у вас сломалась. У нее есть код. Звоните нам, говорите вот этот код, и к вам приезжает точно такая же деталь. Не надо номер установки, дату отгрузки, еще что-то фоткать, 10 раз подбирать. Все здесь написано. Удобство клиента. Че, пошли? Я не упал. Так, ну, собственно говоря, начинаем сразу по кругу и как бы о всех характеристиках. Здесь у нас установлено это ручное управление, собственно говоря, поднятием талгейта и выталкивающей плитой, на всякий случай. Этот блок отвечает, когда при поднятом талгейте вы нажимаете на эту кнопку, у вас происходит один цикл выгрузки лопаты, прогонка, ну, загрузочной ванны от мусора, а это подгазовка. То есть нажали, и все быстрее поехало. Идем дальше. Ну, про бак для сбора уже бульончика, скажем так, мы рассказывали. Вот здесь вот исполнил все для слив, все дела. То есть можно туда все собирать. На этом борту у нас идет система тоже для выгрузки, но только уже электрическая. То есть вы подходите сюда, нажимаете эту кнопку. Это как бы замочек для того, чтобы у вас все начало происходить. Без нее здесь ничего не будет работать. Нажимаете эту кнопку и, соответственно, подъем-опускание, выталкивание и ставится, ну, обратно затягивание плиты, выталкивающей в кузов. Как бы здесь все. Оно вмонтировано все в сам кузов. То есть туда, ну, как видите, здесь ничего нету, никаких отверстий. Вода туда не попадает. Здесь она сделана на герметически, еще дополнительный слой добавлен, гидроизоляция, чтобы ничего не попадало. Там все залито. То есть, и они у нас сделаны в уровень. То есть вот высота установки, то есть она сделана не утоплена. Не вот это вот, как они вот эти сейчас лепят, вот здесь блоки такие, блоки, вот. Вот вроде серьезная организация, а вот здесь блоки вот эти, раз блок, здесь два блока, здесь еще четыре блока этих, как бы. Зачем? Зачем? Все должно быть аккуратно и все должно быть очень качественно. И вот эта вещь, я считаю, она очень-очень классно и выглядит, и функционально очень удобно. Ну, это блок, соответственно, пи-пи-пи-пи водителю. Это экстренное отключение установки, то есть полностью ее выключают. На этой стороне у нас еще находится кран для слива жидкости, которая скопилась у нас в загрузочной ванной. То есть открываете, чистейшая, как слеза. Ну, машина новая, что поделать, всякие знаки. По задней части
Все здесь запрятано аккуратными металлическими защитными экранами. О. А вот эти части, ну, как вы видите, они оцинкованы все. То есть коррозии им уже не страшно. Соответственно, здесь оцинковано, вот эта часть оцинкована, вот эти все пальцы, они оцинкованы. То есть вообще, по факту, вот сколько было оцинковки, столько оцинковали, как бы, вот так. Хотели еще кузов оцинковать, но дорого. Здесь у нас находятся барашки для регулирования ширины возможности самих ушей, чтобы поднимать контейнера, потому что они бывают уже, бывают шире, как бы. Вы можете все хоп-хоп на месте все это быстренько подпилить. Открывается возвратный механизм, безотказный, как автомат Калашникова. Нижние упоры. Губа у нас, повторюсь опять, работает отдельно, с отдельного рычага, что позволяет вам на любой высоте захватить любой бак. То есть с кривыми ушами, наваренными, переваренными и всем подобным. То есть он может быть автоматический, но не советую. Также здесь у нас в базовой комплектации всегда, ну, можно от него отказаться, но как бы на цену не повлияет. У нас есть откидной борт, который позволит вам производить ручной сбор более удобно, чтобы не большую высоту закидывать. Соответственно, если машина больше, на 16-кубовой, там, у нее борт уже посерьезнее. То есть откидывайте, и достаточно большая высота. Здесь маленькая загрузочная высота, поэтому бортик такой детский. С этой стороны у нас также находится кран для слива жидкости из загрузочной ванны. Слеза младенца из загрузочной ванны. Здесь идет у нас, соответственно, ручное управление. То есть это у нас подъем, опускание гребенки. Это захват именно сама губа, планка. Это контейнеры прижимает. А это управление подающей плитой. То есть вверх-вниз и сама лопата. Простейший пульт. Все герметично. Здесь он даже видно, резинка такая прям серьезная, то есть пульт не пропускает, управление связь с водителем, стоп, подгазовка, экстренное выключение, старт, это цикл, один цикл, загребание мусора, либо постоянный. То, дублирующие фонари на верхней части с двух сторон, как бы, есть основные, но если кондователь опущен, их не видно, здесь они, дублирующие фонари находятся. Сверху фонарь освещения рабочей зоны, камера и еще один фонарь у нас вот внизу под надписью «Аракчи», белый вот этот выступ. Это тоже фонарь, который освещает полностью вот эту вот часть. Здесь, соответственно, подсветка боков машины для передвижения автомобиля в ночное время, особенно по дворам, чтобы видно было вот эти все вещи, там маневрировать между машинами во дворах и т.д. и т.п. Здесь, собственно говоря, у нас инспекционный люк, который позволяет вам попасть в заднюю часть кузова, ну, то есть за плиту, и провести там какие-то манипуляции. Вот, здесь лестница, вот лестница, чтобы залазить наверх мусоровоза. Как бы, ну, это нужная вещь, должна быть, пусть будет. Ну что, друзья, как бы показали вам, конечно, что получилось по итогу нашей работы, проведенной для клиентов переоборудование данного автомобиля. Это очень интересная опция, которую мы можем произвести для вас, для ваших автомобилей. Повторюсь опять, что размеры установки, они могут быть разные, то есть не обязательно это маленькие, может быть у вас КамАЗы, МАЗы, еще какие-то есть машины, которые вы хотели переоборудовать. По всем этим вопросам обращайтесь в контактах, которые указаны, ну, снизу, там пишите на почту, как бы мы вам все прочитаем и сделаем вам вот такой же прекрасный автомобиль из вашего неэффективного мусоровоза, который находится в вашем парке. Пока!